Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чуваши. В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре среда, 28 июня. Все чаще жители республики, которые ездят на электросамокатах, становятся участниками ДТП. Статистика показывает, лихачей, которые пренебрегают правилами дорожного движения, стало больше. В Чебоксарах уже зафиксировано 18 аварий с участием пользователей электросамокатов. В ГИБДД напоминают, что водители электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения, и их можно привлечь к ответственности. Сумма штрафа начинается от 800 рублей. Эту злободневную тему обсудили в Чебоксарской администрации. Число самокатов с каждым годом растет, а вот культура катания пока хромает. Поэтому в мэрии анонсировали выезды сотрудниками госавтоинспекции в детские сады, школы, где будут рассказывать детям про то, как нужно кататься на самокате, чтобы ни себе, ни другим не навредить. Напомню, в некоторых городских парках электротранспорт под полным запретом. Нововведения коснулись Лакреевского леса, мемориального комплекса «Победа», а также детского парка имени Николаева. А на Красной площади запрет действует еще с прошлого года. Однако, кажется, об этом знают лишь единицы, так как самокатчики продолжают подрезать пешеходов на заливе. Напоминаю, за нарушение можно поплатиться рублем. Между тем, штрафы – это зачастую единственный действенный способ привлечь внимание граждан к той или иной проблеме. Забытый костер или брошенная в траву непотушенная сигарета могут привести к большой беде. Напомню, в республике действует особый противопожарный режим. 99 человек уже привлекли к ответственности. В этом году в Чувашии произошло больше сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь 300 гектаров. И почти все возгорания случились по вине человека. Иногда на полях умышленно сжигают сухую траву для сельскохозяйственных целей. С начала пожароопасного периода возбуждены больше сотни административных дел. До уголовного наказания пока дело не дошло, но такая ответственность за несоблюдение противопожарных норм предусмотрена. Сегодня в Чувашском театре кукол заключительный день международного фестиваля «Карусель сказок». Параллельно там проходит и другое событие – фестиваль под названием «Одинаковыми быть нам не обязательно». Он для юных зрителей, у которых есть проблемы со здоровьем. Сегодня на сцене кукольного театра впервые покажут спектакль «Муха-цокотуха», оценить который смогут даже слабовидящие зрители. Постановка будет идти с тифлокомментированием. Начало в 3 часа дня. Напомню, в рамках фестиваля показы уже прошли в реабилитационном центре, а также в городских парках и на Московской набережной. В волшебный мир сказок детей погрузили также узбекские и белорусские артисты. Идея для семейного досуга. В Чебоксарах в Литературном музее имени Константина Иванова открылась выставка, которая посвящена отцу и дочери творчеству писательской династии Гордеевых. Для семьи 23-й год выдался юбилейным. Денису Гордееву, автору 20 книг на чувашском языке, исполнилось 85 лет. А дочери Светлане, которая не только иллюстрирует издание отца, но и сама пишет стихи, 55. Денис Гордеев родом из деревни Осаново Комсомольского округа. В большинстве своих произведений он воспевает чувашскую глубинку, показывает ее характер. С самого раннего детства прививал любовь к родным местам дочери. Долго гуляли вместе в лесу, наблюдали за природой. На выставке представили не только книги и сборники стихов, но также иллюстрации и рукописи. Сегодня в республике ожидается по-настоящему летняя погода, а завтра, по сообщениям синоптиков, дождь. Поэтому не упустите возможность понежиться на солнце. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».